Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь. Вот еще домик тоже сделали его, и никто не приезжает. Мужик там один в деревне делал за 3 километра, я знаю, у него газель. Вот. Ну, вроде что-то намято, вроде, может, про кто-то приезжал. Скорее всего, намято, наверное. На выходные, наверное, приезжали. Ничего не сажают, травища. Такой домик. Березы здесь надо вырубать, а то здесь сажать вообще нельзя. Раз березы будут, затенение будет. В тени ничего не растут. Вот еще забор один. Здесь это тоже мужик приезжал с собакой. Уже 2-й год не приезжает тоже. Видите, не прокошено, значит, нету. Еду к бабульке. О, бабульки, смотри, забор сделали, ни хера себе. Был деревянный забор. Я иду, чтобы у меня дров она зафигучили. О, забор сделали. Классно. То есть мужик сделал. Ну, не мужик. Она как бы, у них детей нету. Они это племяннику прописали. Она уже старая, где-то 80 лет уже ей. Вот. И она по племяннику это все как бы завещала. Вот, теперь я буду дрова, теперь штакетник возить домой на дрова. Вот, сделали ворота даже, смотрите. И калитку сделали, наверное, есть калитка. О, вот сколько там дров. Я сейчас наберу для баньки. Буду возить. О, завтра молочка привезу. Куплю молочка, если она то дома. О, классно, забор сделали. Ну, правильно, а то, блин, деревянный все... Дед такой был жадный, он это, эти березовые тонкие туда вставлял, а береза гниет быстро, столбы. И вот он уже весь повалился, особенно та сторона была повалена. А сейчас, вы видите, забор нормальный. Во. Отлично, ровно сделано. Правда, денег, наверное, заплатил, нафига. Так, сейчас посмотрим. Какая здесь калитка тут? Это хороший заборчик, надо тоже такой же сделать. Блин. Здесь забетонировали, наверное, да? Ну, наверное, бетон заливали. Столбы, чтобы не выйти. Петли. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. А бабулька там, наверное. О, классно. Вот, в прошлый раз я неделю назад еще деревянный ставил, а сейчас, видимо, племянник приехал и сделал. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.